О, Буська прибежала к нам под полом. Дырку проделала от Надежды Васильевны. Паля пошла сюда. Вот оно что у нас. Какое полчище. Надо все забрать с собой. Вот он. Это пришла Буська, ходит. А это наш белый. Паля пошла. Рыжая. Нынче у нас кошачий такой год прошел. Пришлось кормить 9 кошек. Беспризорных тут собрали, черных. Да. Вот она как. Утро принес я кормить своих воспитанников. Вот куда их девать? Ну-ка, давай. Давай, 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 давай. Давай, съешься. Но это не все еще. Вот они, сколько здесь? 5 штук. Я принес косточки рыбные. Вот тут они сейчас будут. Голову тут карасинную. Выхожу вот сюда, вот. Ну-ка, идите сюда. Сюда идите. Вот они где мои. Иди скорее, рыжий. Вот он где. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Кс-кс. Иди скорее, вот. Ой, ой. Иди сюда, скорее. Буська, Буська. Буська, иди скорее. Вот они, косточки. Вот такая картина. Хвосты крючком. А тот говорит о себе заявить. Он как ползает, ползает. Как что умеет делать? Ну, сейчас, 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 сейчас. Я один тут. Даже снимать некому. Вот они. Вот надо вам столько какой-то. Да не надо, но получилось. Надежда Васильевна двоим котят оставила, а те то ли уехали, то ли отказались, не пойму. Кошки-то свои, от своей кошки-то, неприблудные. Это у нас сегодня уже 3 августа. Ну вот я иду, несу шарику. Что такое, а? Ай, 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 ай. Ай, 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 ай. Ой, ой. Ой, да какой ласковый. Да приблудный был-то, погибший, считай. Вот так, на. Вот тебе чашка тут. А там еда, тут питье. И этим тоже так же. Дрова у нас тут. Это моя голубятня номер один. Вот они. Паля что-то в сторонку отошла. Все. Костями не наешься. Давайте. Ну, чашечка одна осталась. Ее надо накрыть тут. Вот. Не работающий холодильник. Сюда поставим. Как только иду, они под ногами путаются. Сразу раз их накормил и все. Вот так, мои хорошие. Давайте, ешьте. Глаза такие огрубились у меня. Рыжий лежит, развалился. И вдруг это пришла калека.
Матрешка. Володя бьет мух. Лежит, как человек развалился. А тут какое-то кино еще показывать хотели. Иди показывай, рассказывай о чем. Что это? Я сам еще не знаю о чем. Рыжая одна осталась. Ну, а я тут что, хлеб сушу. Хлеб приносят разные, там, пасхи, которые, ну, куличи деланы. Вот сушу свеклу, готовлюсь гостей встречать. Видишь, сколько? Вчера печь пришлось истопить. Вот, везде надписи у нас. Затопил печь. Вот так, закрой в плиту. Кошка обожглась. Ну, вот так, сейчас пойду на улицу посмотрю. Потому что кормить приходится других кошек. Ой, валенки надеть надо. Ну, что такое? Вот они, мои кошки. Вот они пришли. Чернушки. Никогда не было черных кошек у меня. А тут вот они на шаг не отходят. Иди сюда, скорее. Где там третья-то кошка? А? Третья-то где кошка? Вон она ходит. Вот она где. Ну-ка, давай. Вот так. Это у меня тут голуби утром. Сегодня у нас третья, наверное, уже мая. Вот-вот, покормить надо. Вот она, третья пришла, кормили зиму их. Уже показывал это. А тут ночью застыло, и они напиться не могли. Срочно пошлось долбить. Это лед сегодня такой здесь. Ой, какой лед тут какой, а? Довольно толстый какой. Даже не ожидал, что сегодня такой лед будет. Теперь хоть могут напиться. О! Вот-вот никак не совместимо. Вот еще тут белый котик кормится, еще двое. Вот они все тут. Раз они здесь, голуби никак не могут с ними. Ну, почему? Потому что, ну, голуби-то для них корм. Кошки-то. А голуби, вот они ко мне подходят. Ну, гули. Ну, уходите, кошки, мне голубей надо рядом. Вот они, кошки рядом. Еще. Ничего не могу сделать. Под ногами крутятся. Видишь, я в валенках сегодня. Кошки, спрячься, сидите. Я голубей приглашу сюда. Нет, еще не получится. На шаг не отходят. А они, вон, видишь, все сели. И сидят тут. Вот так. Ну, прям рядышком бегают. Гули мои гули, да, хорошенькие гули, а? А там Надежда Васильевна кочегарит, печка горит у нее там. Ох, красавец вылез. Вот этот породистый такой. О. Это рядом. За мной ходят везде. И голуби, главное, не могут опуститься. И кошек никуда нет. Ждать только, когда уйдут. Дрова. Сейчас я буду кошек
Уходи, уходи домой. Иди, иди дальше. Куда-то. Они за мной бегают. А там еще один какой-то персидский бежит. Вот они, голуби, ко мне подходят. Давайте, гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Кошек тьма тьмущая. Вот они, вот убедался, ко мне бегут. Все, подошел. Какие тут голуби подлетят-то? Что, на обед кошкам только? Вон, видишь, какие красавцы ходят. Ну, вот он ко мне идет, вплотную подошел. Вот они, мои валенки видно. Чуть трется. А голуби мои любимые не могут подойти, а? Никак. Вот этот выскочил. Кормлю их тут. Все. Гули, 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 гули. Попробуй подприбануть. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Вот они рядышком. Ну, а эти уже бегут. С той стороны двое, да тут трое, пять кошек. Ой, гули мои, гули, да хорошие гули. Вот они где. Заходят туда ко мне. Все. Сейчас я подхожу, они вырвутся оттуда. Вот он. Ну что, испугался. Вот это, вот он. Все трех разных цветов. Ну. Ну еще. Руки замерзли. Ой. Ты боишься, я закрывать буду? Нет, у вас двое здесь. Да их двое здесь, а? Ну, еще. Ну, давай, вот так.